Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Богдана Парника. Небольшая экскурсия по Италии. Замок Мирамаре. Это замок в средневековом шотландском стиле на скале в Адриатическом море в окрестностях города Триесте. Это жемчужина города Триесте. Он величественно возвышается над заливом со скалистого мыса. Замок был построен в 19 веке по указанию австрийского эрцгерцога Максимилиана как собственная резиденция, где он проживал со своей супругой, со своей семьей, со своей супругой Шарлоттой Бельгийской. Архитектурный стиль замка неоготика. К замку прилегает 22 гектара земли. Здесь очень красивый ботанический сад с множеством деревьев, с множеством экзотических растений. Вид, конечно, шикарный на море. Целый день прошел любоваться. Мне не удалось побывать внутри замка, так как было очень-очень жарко, просто невыносимо. 35 градусов в тени, 40 градусов на солнце. Но я очень полюбовалась окрестностями. Я полюбовалась архитектурным стилем этого замка, красивейшими растениями. И, конечно, я налюбовалась этим пейзажем, смотря на море, которое очень и очень успокаивает. Вот такие красоты в Италии. Смотрите, какая лестница, повсюду растения. Все ухожено, все чисто, все радует глаз. Это вокруг замка вот такая прогулочная, как бы вот такая набережная с видом на горы и на море Адриатическое. Красота! Приятного вам просмотра! Tanto solo